Начинаем выпуск с цен на проезд. Они подорожают сразу на 5 рублей. Мэрия Ярославля поднимает цены на билеты в общественном транспорте. Постановление уже подписано. С 1 октября за одну поездку в троллейбусе, автобусе и трамвае будем платить 28 рублей. Впрочем, в этой истории все же есть одна приятная деталь. Цены на льготные проездные останутся прежними. В мэрии напоминают, стоимость проезда в городском общественном транспорте не менялась 2 года, а установленный тариф 28 рублей власти считают экономически обоснованным. Существенно выросли все основные показатели по затратам именно в части пассажирских перевозок. Это топливо больше, чем на 30%, электроэнергия также на 30%. Ставка НДС изменилась за этот период до 20%. Соответственно, это все повлияло на экономику работы перевозчиков.